Приветствую вас, меня зовут дядь Митя. Я сейчас вышел на улицу. Тут туман, просто везде туман еще. Прям такой сильный, прям вообще. Вот в таких вот трущобах я живу. Просто Silent Hill какой-то, вообще просто. Блин, ну какие трущобы вообще. Ужас. Вот так вот люди живут. Рожают детей. Приезжают сюда. Жить, я не знаю. И так далее, короче. Вот так вот все это происходит. Люди живут в таких трущобах. И когда ты не знаешь лучшего жилья, да, тебя все устраивает. Ты думаешь, что это уже вполне естественный момент жить именно в таком месте, где нету ни тротуаров, ничего, просто земляная дорога, и ты идешь по колено в грязи. Тебя это все вполне устраивает. Ты, конечно, хочешь жить лучше, но, извини, у тебя либо нет денег, либо вообще ничего нету. Так что вот приходится жить в таком вот месте. Не на тумане. А я вообще вышел просто поснимать туман и показать Воронеж в полной красе его. То многие думают, что центр города — это все. Вот. И как бы раз центр такой красивый, то значит и весь Воронеж такой красивый. Иди. Вот знаете, здесь можно снимать, мне кажется, Вторую мировую войну, мне как такое чувство, то, что выходишь на улицу, здесь полная разруха, ничего нету. Это вот вполне такой вот антураж, да? И как здесь не спиться, не скуриться, не сколоться, я даже не представляю. Когда ты видишь вокруг все это безобразие. Вообще, вы и я, конечно, этот район весь уже давно снес. Где моя собака? Аделина, ко мне быстро! Сейчас мы еще с собакой гуляем просто. Аделина, быстро ко мне! Вон, собака моя бежит, да? Вот так вот мы с ней гуляем по утрам. Смотрим на эти разрушенные дома полностью. И, блин... Мне даже слов иногда не бывает писать это все. У меня во всех видео я всегда говорю, это красиво, это прекрасно. А это просто ужасно. Я даже... Ну там машины какие-то стоят на крыше. Это просто ужасно. И отсюда нужно бежать просто, сверкая пятками. А я здесь живу уже давно. И скоро, может, я перееду отсюда. Короче, мне иногда кажется, что это какой-то, знаете, вот реально Silent Hill, который страшно заходить, тебя могут похитить чудовища всякие разные. Ужас просто. Не, еще когда пасмурно и стоит туман, это еще намного хуже выглядит, чем когда солнечно. И тем более сейчас такая уныние. И то, что осень здесь, да, серость, мгла и вообще такой антураж просто вообще. Это реально, после Второй мировой войны люди только выходят, там бабуля мусор выбрасывает. Вот так вот. Не, на самом деле, что тут, жить хорошо. Есть рядом школа, есть рядом детские сада, и вообще здесь замечательная жизнь. Есть где погулять с собакой, как я это делаю. Это не полностью застроенный дом, заасфальтированные дороги. Тоже плюс. Раньше это был спортивный оздоровительный клуб «Оптимистов», в котором зависали. В котором зависала молодая девушка. И здесь были такие секции, как бокс, футбол. Ну, проводились, да, можно было в футбол поиграть, поездить. Теннис настольный. Ну и довольно-таки прикольно провести время. А сейчас это просто заброшенный участок дома.
котором ночуют бомжи. И просто какой-то трешняк там происходит. Так что вот так вот. Кому понравилось мое видео про мои трущобы, не забывайте ставить лайки. И всем удачи. Ну и всем пока, конечно. Все. Меня зовут дядя Митя. И я с вами всегда. Давайте.